Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. У меня вот такой вопросик. Может, кто подскажет, какой породы у меня вот этот козлик? Он у нас, 10 числа было 4 месяца. Но он вон такой вот, ножки у нас маленькие. Ну, покажи мордашку. Вот такие вот. Ну что, Яша? Невысокий. Может, козлы растут дольше ножки, не знаю. Это не два братика. Второй вон там он. Красавец у нас. Вот такой вот. Тоже небольшого ростика. Ну, где-то сантиметров, не знаю. 45 сантиметров в холке будет, если он. 45-50 сантиметров в холке. Ростик небольшой. Вот не знаю, что за порода. Вырастет он у меня, нет, до арпики, до моей, вот до этой вот. Сможет ли он покрыть? Или нам надо брать, искать другого козла? Даже на фоне, видите? Ну, конечно, он подрос, но он сам растет, а ножки что-то у него не растут. Не так сильно растут. Может, еще вырастет. Вот хотелось бы знающих козоводов поинтересоваться. Может, кто подскажет, какая порода. Буду очень благодарна. Спасибо большое. Жду ваших комментариев. Всем пока-пока, Аленка.